Друзья, всем большой привет, с вами Георгий Страйкс, мы продолжаем играть в Астронир. Давайте посмотрим, что у нас тут нового. Проверил я вот эту еще штуку немножко, оказывается, ни кислород, ни энергию нельзя обменять. Но это логично, потому что это достаточно дешевый ресурс. Ну, точнее, это не ресурс чисто для нас, но как бы не сырье никакое. Не металл, поэтому обменять это нельзя. Только можно обменять всякие литиум, титаниум, ну и, собственно, медь и алюминий. Но мы будем, скорее всего, титаниум обменивать, так как он больше всего попадается и меньше всего нам нужен. Нам нужна медь, чтобы нам построить кран. Потому что вот эту штуку я уже построил. Как она там называется-то? В общем, которая поднимает всякие штуки. Здесь вот так выровнял площадку, чтобы мы могли на машинках спокойненько выезжать. Здесь прям вот такую дорогу я себе прочертил. И можно, в принципе, уже путешествовать. Неплохо так. Можно покататься на машине. Кстати, давайте я вот эту дырку заделаю. А то как-то могу упасть. Можно покататься по миру. А можно полететь на другую планету за медью. Ну, там неважно, медь, алюминий, что найдем, мы можем поменять теперь. Так что не страшно, можно любой, в принципе, ресурс теперь добывать. И построим кран. Либо отправимся на машинки. Что будем делать? Машинка, либо корабль. Я просто что хочу? Я хочу немножко поискать вот такие штуки различные. Вот такие, может быть, панели. Но вот видите, вот эта панель, к примеру, она маленькая, и ее, ну, никак с ней не взаимодействуешь. То есть никаких пупырышек нет, и, соответственно, мы ее никак не сможем забрать. А вот ту солнечную панель, которая здоровая такая, мы ее сможем, скорее всего, вытащить. По крайней мере, к ней должен прицепляться та штука. Вот. Там наподобие таких пупырышек. Только вот здесь не активные, а там вот в здоровой такой штуке были активные, куда можно прицеплять, отцеплять. И, в принципе, значит, возможно, ее можно поднять. Можно попробовать, но нам нужен в любом случае кран. Пока кран мы не построим, так что, скорее всего, мы летим на другую планету, заодно и новые штуки исследования заберем. А если заберем, значит, мы в любом случае обменяем что-нибудь. Так что давай, летим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Знаете, что я хочу, что я хочу, что я хочу? Вот я боюсь, если я сюда потом приземлюсь, у нас эта машинка просто уничтожится. Она просто улетит куда-нибудь под землю. Можно ее отпарковать. Давайте мы ее, наверное, отгоним. Ой, какая вот эта классная машинка. Давайте, наверное, так, тут машинка, это еще то удовольствие на самом деле. Управлять машинкой — это просто класс. В кавычках, конечно же. Так, давай паркуйся. Ну, как ты, жопа, едешь, умеешь? Нет? Не умеешь? Состыковочка. Ой. О. Отлично. Оп. Жалко, что я вот эту штуку не могу сюда поставить. Но я спокойно могу взять кабину и сюда поставить. И это будет наоборот. Вот это будет как бы тележка. А это будет главная машинка. Давайте мы, наверное... Блин, а как нам потом ее парковать? Ну, в принципе, опять же, мы ее спокойно можем отпарковать. Так что, так как у нас отцепляется вот эта кабина. Почему я, опять же, советовал, чтобы кабину не строить, а именно найти ее. Потому что это будет, ну, гораздо лучше. Сейчас мы ее оттащим немножечко сюда, но при этом сами припаркуемся для того, чтобы наш автомобиль никуда нахрен не делся, потому что здесь бывают такие глюки, что транспортные средства очень любят куда-то проваливаться, либо вниз, либо вверх, поэтому с этим надо быть, ну, как бы. Ребят, пре-альфа-версия, что вы хотите? Это даже не альфа, и тем более не бета.
Так что будем немножко снисходительны к разработчикам. Они и так сделали очень крутую игру. Давайте сделаем скриншотик и полетим. А я еще бы в космосе хотел сделать скриншотик. Давайте мы отправимся. Прямо вот так вот. У-ху! Ой, залагало, но я успел, по-моему. Да, я вижу по скриншоту внизу, что вроде бы успел. Вроде бы успел. Куда мы отправимся? Наверное, опять на Луну, на эту. Так, давай. Ой, подожди, тут у нас... Ну да, у нас наш спутник это пустынная. Я думаю, у всех по-разному. У кого-то может быть еще какая-то планета. Вот тут раз, два, три. Я вижу три, четыре. Ну, на сегодняшний день 5 планет всего лишь нас окружают. Нашу Землю. Как спутник пустынная. Ну, это вроде как, типа как Луна, допустим, да? Ну, это там Марс красный, там Сатурн, Юпитер и так далее. Так вот. Раз, два. Вот на ту... Я бы всех, конечно, проверил бы. Вот засушливая какая-то. Но, кстати, она к нам близко достаточно. Может быть, туда? Телепортнуться. Телепортнуться к этой планете. Ну, я, наверное, отправлюсь на Луну. Ну, буду так ее называть, так как она является нашим спутником. Так, я на Луну, точно? Да. Так вот, просто почему на Луну, на эту засушливую, засушливую? Потому что мне показалось, там очень много вот этих растет из, ну, исследовательских штук. Прям на поверхности, плюс на поверхности мы нашли много-много алюминия. Во, отлично. Вот, кстати, мы приземлились, представляешь, на тот же самый этот. Давай прям кубик мы, прям тот самый кубик и заберем. Так, здесь какие-то шипообразные хрени. Я вот это дело уже изучал, но так как у нас теперь есть, как бы, режим обмена, мы можем спокойненько менять. Так, далеко бы я бы, конечно, не убегал, потому что у нас кислород и все дела. Хотя вот здесь я могу его набрать. Здесь уже какие-то шипы, и я думаю, что они мне будут урон наносить. Давай я вот этот возьму. Хотя мы такой, по-моему, тоже изучали, да? Такой вот. Ну, неважно, мы это сможем дело обменять. Как вы помните, один титан равняется 4 блокам этим самым соединения, поэтому можно смело титан поменять на соединение, к примеру, если вам нужно соединение. Так, а вот эти штуки яйца никак не открываются, да, Фаберже? Нет, к сожалению. Пойдем, наверное, дальше, посмотрим, что еще есть. Пам-пам. Так, ракета сзади. Поехали, поехали. Здесь вот что-то... Вот она называется пустынная. Здесь вот реально ничего нету. Кроме вот этих вот штук. Штук-дрюк. И то они, знаете, такие. Мы уже все выучили. Вот. Видите, можно установить ее вот сюда. Ой, смотри, она какая большая выросла. Ты смотри, какая она огромная. Может быть, тем самым можно какие-то эти... Не знаю, как-то взаимодействовать, чтобы оно что-то произошло, не знаю. Просто смотри, я могу... О, смотри, смотри, она какая вырастает огромная. Я интересно... Ой-ой-ой-ой-ой, где наша? Вот здесь можно вот так завернуть и все, и ты не увидишь, где твоя ракета. Так вот. Интересно, если все штуки такие закрыть, может она рванет, планета разорвет, и не знаю, что произойдет. А может наоборот, она как-то начнет взаимодействовать, и какие-то штуки-дрюки после того появятся. Вы видите, она как вырастает, прям огромная. Так, забираем. Забираем 4 вот таких штуки. Нам этого хватит в любом случае, чтобы обменять что-то на что-то. И здесь достаточно их полно, на самом-то деле, да? Можно и... это намного лучше, чем просто в какой-то пещере там рыть, а потом тащить ее одной рукой, это неудобно. А здесь прям так раз, и сразу куча. Так, а что там наверху, да? Посмотрим. Я успею?
Я должен успеть. Давайте, мы будем первыми, кто попал на эту гору. Прям первооткрыватели. Оп, никого нет. Я покорил К2. Давай еще выше. Я прям на самую верхушку залезу. Ну, так себе. Ничего тут нету. Действительно, планета... Вау! Притяжение! По идее, я не должен особо... Стой, стой, стой. Главное не умереть. А тут ты так прыгаешь, что... Что ж, в глазах темно. Я надеюсь, я не разобьюсь, если я отсюда спрыгну. Ой, больно. Пойдем, пойдем, пойдем. Кислород. Кислород не вечен. Пойдем. Ну, я вот в эти штуки прыгать явно не буду, потому что мы сможем умереть. Все, погнали, наверное, на нашу планету. Я что-то тут больше ничего не вижу. По крайней мере, обменяем, а потом, наверное, на машинке покатаемся немножко. Потому что больше я тут явно не утащу. К сожалению. Либо можно отправиться на другую планету и там еще что-то. Но, и опять же, если я там что-то найду, то... На ракете также можно... Наш космический корабль. Можно просто на разные части нашей планеты перемещаться и тем самым путешествовать очень даже быстро. Потому что в разных местах ведь есть всякие разные ресурсы, правильно? Правильно. Что мы, в принципе, можем делать. Только надо домик найти наш. Реальный. Классно. Как вот эти штуки только держатся, не оторвались в космосе. Так, наш дом, я помню. Вот эта штука. Давай, я надеюсь, я приземлюсь не на тележку. Приземляйся. Летим, 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 летим. Все верно. Мы приземлились куда надо, прямо вот вообще. Мы научились, ребята. Действуем как... Как молодцы. Давайте мы берем прям кирпич вот этот. И вот сюда. А, прям, ну да, ты следующий. А ты первый. Оп. Следы. Да что такое ты? Ты не то берешь. Сюда ты к ним. Ура! Титаниум, который не нужен, но мы его... Вот сюда. И смотрите, и нам сразу говорит, соединение, 4 штуки. То есть поменять здесь, скорее всего, не уступить, но это дебильный перевод, Google переводчик. Нам нужна смола, 4 смолы. О, кстати, а что нам нужно? Нам там нужна медь, да? Медь. А, малахит, это у нас что? Это у нас, по-моему, медь и есть. Вот 2 меди можем получить. А можно одну медь, смотрите, можно одну медь, а можно малахит. Но малахит нам лучше, ведь правильно, это же медь. Или подожди, или... Да, это вот латерит, это у нас алюминий, малахит это у нас медь, да. Все верно, значит мы будем менять на малахит, потому что мы лучше нам, конечно же, сплавить его. Да что ты берешь не эту штуку-то, вот это-то к ней. А, когда этот самый... Ободочек горит, лучше не тыкать. Понятно. Берем вот сюда. Так, берем вот эту штуку. Добавляем. И сколько у нас уже? 3 малахита. Это у нас 3 меди. Отлично, а нам надо 4, так что нам надо еще. Мы сейчас с вами наберем ресурсы, который нужен. Это облегчает нам вообще все. Все на свете облегчает. Вот эта штука очень крутая, ребят. Сразу стройте ее. Что-то я просто затупил и не построил. Я уже всю базу тут построил, только кроме этой штуки. Так, а вот такого блока... А, нет, был, по-моему, такой блок. Желтый был. Мы уже, по-моему, все блоки нашли. Ну, кроме тех блоков, которые... Исследовательские блоки есть такие, знаете? Ой, не исследовательские, а как его? Ой, 6. 6 сможем? Да, сможем привести. Отлично. Вот тебе, пожалуйста, 6 меди. Да, давай. Ой, как круто она в воздух улетела. Мы еще не нашли всякие, знаете, вначале мы вот 2 штуки нашли из вот таких вот. Вот такие вот штуки надо искать разные. Возле них, в общем, разбитые корабли нам нужны. Возле них всякие разные обломки, остатки кораблей, детали включая. Здесь вот у нас уже есть, где оно? Где оно?
по-моему, здесь был, нет? Нет, не здесь. Где оно? А, вот оно. Я уж испугался. Двигатель. Пока что не заглючило, ребят. Эта игра очень любит херней страдать, но мы ничего не поделать здесь. Здесь такая альфа-версия. Давайте мы сплавим все, что можем. И все, что не можем. Вот это обмен, вот это я понимаю. Это реально круто. Давайте 4 штуки сразу плавим. Еще 2. И еще 2. Да, с батареями вообще жить намного легче. А если мы привезем еще и огромную с вот эту вот солнечную панель, которая здоровая такая, то будет вообще весело. Так, нам надо там 4 меди, если я не ошибаюсь. Так, а это мы здесь оставим, потому что здесь мы все делаем. Там алюминий, здесь будет медь. Давай, иди сюда. Да, с ресурсами сейчас намного проще стало. Так, иди сюда. Теперь нам надо сделать очень хитрую штуку. Это сюда. Это сюда. Ой-ой-ой, как интересно, я ее прикрепил. Попади. Попади, отсоедини. Отлично. Вот. И здесь мы сделаем кран. Здесь мы делаем кран, это мы вернем обратно на наш, на нашу машинку, а здесь сделаем кран. Мы можем его сделать. Мы его делаем. Немножко он не в этой стороне, но он ему виднее, куда делать. Ну, в принципе, тут без разницы. И, кстати, надо подсоединить, чтобы у нас тут все было. Да, вот так вот. В кран мы можем прямо сейчас сесть. Управлять мы сможем только краном. Но мы им ничего не можем делать, потому что у крана нет... Ну, это не то, что кран, это как кран-эскалатор, эскаватор и всякая фигня. Здесь можно прицепить вот эту штуку. Вот. Которая сможет нам поднимать всякие предметы. А еще бур сможет бурить наподобие, как вот мы делаем, только более маленький у него радиус действия. Так, что еще? Что еще? Здесь мы можем что сделать? Трех... Этот не надо. Можно еще один кран сделать и сделать кран, который будет именно бурить. Но смысла в этом нет. Мы сделаем здесь склад. Да, потому что вторая тележка нам еще работала как склад. Потому что, ну, так будет гораздо лучше. Нам нужны 4 соединения. У нас есть одно. Блин, нам бы один... Ребята, пора в космос. А топливо дофига. Полетели. Нам нужно сейчас набрать еще 4. Блин, надо было вот эту штуку снять. И мы бы еще один кирпич бы положили бы. Ну ладно. Нам надо сейчас 4 кирпича своровать. Забрать и... исследовать и обменять его на соединение. Да, становится намного лайтовее так жить. Может, на вот эту планету? А, давай на нее. Успеем мы? Должны успеть, у нас полно топлива. Но, тем не менее, у нас топливо сажается. Тем самым. Сажается. Ну, в любом случае, мы сможем. Конечно, она не особо красивая. Кстати, видно нашего прям это, космонавта. Точнее, астронавта. Мы все-таки перемещаемся от звезды к звезде. От планеты к планете. И на ней живем, поэтому мы астронавт.
Все. Ой, тут какая-то атмосфера прям... Не, ну... Визуально очень крутая планета. Но мне почему-то кажется, что здесь стрёмно. Ладно, я вижу медь. Ядрёна медь. Ядрёна медь, иди сюда. По-моему, тут гравитация другая. Чё-то как-то я медленно хожу. Ой, что это за хрень такая? Стой, по мне не попади. Я здесь медленнее копаю, ребят. Здесь почва другая. Реально другая почва. Здесь другой грунт. Если мы на Луне, на этой самой, без этой... Как она там называется? Пустая планета, короче. Пустынная, вот. Или как? По-моему, как так. Да, мы медь, много меди. Блин, мы только что медь обменивали. А здесь, кстати, камушков-то и нет особо. Зато вот здесь есть этот энергия. Просто так. Просто так энергия. Ну, зато здесь меди до жопы просто. Мы можем, в принципе, медь обменять на соединение. Почему бы нет, здесь меди просто жопа. Много, да, только вот... Садится энергия, а мы энергию-то как раз не восстанавливаем здесь, да? Давай сюда. Ой, кстати, у меня здесь этот самый был, топливо. Давай заправим. Ну, с другой стороны, мы меди наберем. Я бы, конечно, очень обрадовался каким-то новым ресурсам и каким-то новым штукам. Как, не знаю, как в Star Bounty там. Ой, вот, а вот это что такое? А вот это, по-моему, новая и есть какая-то штука. Ну-ка, подожди. А, ну я... Я-то думаю, я заправлюсь. Хотя у нас там вот он есть. Давай-ка мы заправимся все-таки. Ой, я вижу врага. И вот эти штуки, походу, тоже, ну, неблагоприятные летают. Все, нам хватит. Пойдем заправимся немножко. Ой. Тихо-тихо-тихо, не ломай мой корабль. Давай еще звездочку одну сюда. В принципе, мы уже 6 штук набрали. Можно еще больше набрать, но я хочу посмотреть, что вот это такое. Что это за... Титан. А, я понял, для чего. Для чего, скорее всего, бур. Видите, я не могу выкопать. Титан это, походу, такой твердый ресурс, что он в твердой поверхности. Мы не можем его копать своей, эти самые, своим терраформером, или как он там называется. Вот эта наша штука, которая пылесосит тут все на свете. Мы не можем копать титан. Я понял, для чего бур. Я думал, что он, ну, как бы, чисто так, чтобы что-нибудь там прокопать. Декор какой-нибудь. Нет. Ребята, бур нужен, чтобы копать титан. И, возможно, какой-то еще другой ресурс будет. Так, я, по-моему, забился. Да, я уже полностью забит. Которые... Зато меди прям набрали миллион. Которые мы можем только буром. Но, опять же, вопрос такой. А как нам... Машину-то сюда. Либо кран сюда прицепить. Но я краном-то не достану, если я так это не дотянусь. Блин, может быть, можно прицеплять машинку сюда и... Ну, вот сюда вот, да? Ой, я, кстати, могу здесь это... Типа базу построить. Так вот. Может быть, можно машинку прицепить? Кто знает, напишите в комментариях. Может, кто-то уже цеплял машинку и прям... Машину перевозил в космос. С краном вместе. Но это как-то немного стрёмно. Да, давай весь выкопаем. Здесь очень много меди, прям очень много. Вы на... Так, мне нужен либо ветряк, либо еще что-то. Я могу что-то из этого сразу? А, я только из готовых ресурсов могу строить. Сказал, хватит, но вы понимаете все. Вы понимаете все, что... Все, что можно сделать, надо сделать. Можно еще 3 штучки забрать. Но один стак я точно наберу еще. Здесь прям очень много. Здесь прям залежи целые. Но гораздо больше, чем на нашей планете. Но опять же, другой вопрос.
Что делать дальше? Я как бы это все понятно выкопаю, но мы уже все построили. А, что-то я затупил. Я просто далеко. Так, вот эта вот вертушка меня очень напрягает. О, как раз ровно стак. Главное эти шарики не на... Тихо. Ой, я умер. Не ломай мой вид. Дай. Я умер, первая смерть. Вот это жесть. Мой труп в земле. Остался на чужой планете. Ребята, жесть. Да, пару раз вот такая штука прилетит в лицо, и все, и привет. Да убери ты... А, я не ту кнопку нажимаю. Я понял тебя. Я аж это самое кнопки перепутал со страху-то. Это сюда, это сюда. Единственное, смотрите, у нас пропадают все ресурсы, но у нас остаются вот эти вот штуки. То есть, чтобы вы не померли, там ничего с вами не было. Так, я могу еще, в принципе, какую-нибудь штуку. Ой, что-то там какая-то метель идет. Давай-ка улетаем отсюда нахрен. Прощай! Мы набрали очень много меди. Мы просто все медные. Медные залежи. Но я бы все равно залетел на эту самую и один кирпич бы своровал, ну ладно. Мы как бы жира не будем беситься. Где наша планета? Земля. Привет, алло. Алло, мы далеко. Ой, как далеко вы улетели-то. Смотри, получается, планеты друг от друга еще как бы колбасятся. Нам надо долететь аж до вот этой зеленой. Я не знаю, что это за глюк. Это мы, скорее всего. А это что-то еще. Ну, сейчас она в зоне видимости будет. В принципе, мы можем до вот этой дотянуться, но... Экзотик. Экзотик планета. Ну, давай. Попади в радиус разбега, разлета. Можно, в принципе, вот так следить. Мы крутимся. А это солнышко. До этой могу дотянуться. Радиоактивная. Интересно, там прям буду урон, наверное, получить. А это что за планета? Тундровая. Не, прикольно будет, если они будут какие-то полезные планеты добавлять, чтобы там был какой-то прям супер ресурс, где больше его нет. Прям вообще нету никак. Чтобы вы ради него туда летели. Но чтобы был смысл какой-то туда лететь. Чтобы что-то из этого ресурса очень реально крутое можно было построить. Какой-то там брони, не знаю, там этот самый металл, чтобы можно было какой-то супер корабль построить интересный. Так, где наш домик? Я должен плавно сесть. Давай. Первый шарик это у нас первая платформа, а нам надо во второй шарик попасть. Вот второй шарик. Вроде бы попал. Ну, правильно. У нас прям как по глиссаде просто ИЛС зашли. Окей, мы выходим. Привет, дом! Я был в космосе, очень много набрал меди, меня даже убили. Я немножко другой, но... Так, это сюда. Я клон. Это сюда. Дотянусь? Не, куда-то выкинул. А, я дотянулся. Давай. Раз, два, три, четыре. А нам вообще-то для чего-то медь нужна, нет? Че я ее там делаю-то? Нам нужны вообще соединялки. Три штуки. Давай возьмем одну медь. И поменяем ее. Нам нужны...
Нам нужны соединения. Ну, так себе. Подожди, а если я не медь возьму, а вот эту? Малахит. Сколько будешь стоить ты? О, получается невыгодно. Это один малахит на одно соединение. Лучше всего титан вообще зашел. Так, два. Нам надо три, да? Ну, тогда надо плавить по-любому. Просто медь подороже будет, если честно. Как бы более нужный рецепт. Хотя, не знаю, соединения вообще везде нужны. Все штуки. Тут, знаете, такое немножко субъективное мнение, что важнее. Здесь все нужно. Тут просто как пирожки печем можно. Можно так сказать, смотри, как быстро. Прям отсюда, баба Нюра пирожки печет. Так, берем еще одну. Ууу, медь! Да, ядрена медь. Неси давай, работник. Давай еще одна, и 4 у нас штуки, да, будут? 4 соединения, нормально. Нам 3 там надо, еще одно будет. Ну, поехал. Я надеюсь, у нас ничего не глюканет после того, как мы сохранимся, и у нас все будет на своих местах. Потому что игра что-то как-то иногда преподносит сюрпризы. Блин, у нас меди реально завались. Нам бы сейчас еще склад бы сделать для меди, для этой. Потому что нам просто ее некуда собирать. Неужели мы дорастем до такого периода, когда нам просто уже... Вот тут еще полно всего. Нам просто... Так, это могу сделать, да? Давай. Так, прилетело мне наши соединители. Ну, это вообще халява, ребят. Это прям вообще никуда бегать не надо. Взял один ресурс, прилетел... И заказал другой ресурс. Как по почте, блин. Алиэкспресс. Нам привезли. Из Китая. Соединители китайские. Все, мы можем сделать склад. И мы можем, в принципе, отправляться копать какую-нибудь эту самую... Как его? Какую-нибудь... Световую панель вот эту. Солнечную батарею. Большую, огромную, притащить ее. Наверное, в следующей серии мы отправимся долго и мучительно ездить на машинках. Так, вот это я хотел. Хотя пусть она тут, мне так больше симпатично. Смотри, как крылья прям у нас тут такие. Прикольно. Сюда бы, правда, солнечную панель еще поставить, чтобы у нас не только с этой стороны заряжалась, но еще и с какого-нибудь боку. Вторая бы тоже бы подпитку давала бы. Было бы круто. Либо ветряк вообще поставить. Чтобы у нас еще и ночью оно там все колбасило. А что там на ветряк нужно? По-моему, медь нужна. Генератор. Подъемник. Солнечная панель, соединение. Склад. А, у нас алюминий. У нас только медь одна, да? Кругом вообще одна медь. Это все медь. Блин, ядрёная медь. У нас вообще кругом одна медь. Дайте мне хоть одну алюминьку. Посмотрите, я прям через полкарты прям тут работаю, через полкарты. Ну, прикольно, с другой стороны, потому что если вы бы бегали тут... Так, ну давай обменяем, чё... Нам надо-то ветряк поставить. Почему бы нет? Раз. Сколько мне там надо? Алюминий. 2, по-моему. Смола. Пам-пам-пам. Алюминий. 0. Чего? Медь не равно алюминию. Ты представляешь? Медь равно 0 медь. Прикольно. Ну, как-то непропорционально немножко литиум, уголь. А чё это медь вообще ничего не стоит? Ну, тут, да, тут такое. Смола. Ну, ларитит равен, это как бы вот сейчас вот так
пропорционально, как бы, да? Но мы сейчас еще одну медь возьмем. Ой, подожди, еще алюминий. Мы еще один. Одну меднявшку обменяем на две, как раз нам хватит. А хотя нам одну надо ведь. А ладно, пусть две. Нам на что-нибудь по-любому этот самый алюминий нужен будет. На что-нибудь алюминий нужен будет. Да, тогда мы в следующей серии. Мы сейчас кран уже есть у нас. Это мы сейчас я состыкую. Это нам уже все больше ничего не нужно. И мы отправимся в долгий путь. Единственное, что я, наверное, еще не на серию как-нибудь дорожку немножко прокопаем, потому что нам нужна нормальная дорога, чтобы во все стороны прибытие и отбытие у нас было проезжая часть адекватная, потому что с камнями ездить очень противно. Так, качество соединения у меня, откуда ты? Соединения откуда-то у меня появились. Я не помню, откуда я там соединение нашел. Так, вот здесь... А, ну у нас две хватит. Я просто хотел сказать, что у нас места нет. Одну сюда поставим. Все, могу сделать ветротурбину. Для чего я это делаю? Чтобы мы могли кататься на машине, хоть в дождь, хоть в снег, хоть в гололед, хоть в непонятную погоду. И плюс к тому же, когда будет плохая погода, вот, у нас ветряк крутится и заряжает машину. И все. К тому же, когда он припаркован, он еще и базу заряжает. Поэтому мы только в плюсе. Нам сейчас надо припарковаться. И можно уже отправляться. Точнее, не припарковаться, а пристыковаться. И можно уже дальше идти куда-нибудь, не знаю, туда, наверное, поедем. Здесь я вот дорогу начал. И поедем мы с вами искать новые исследования. Хотя не знаю, что там нам новое исследовать. Мы уже практически все сделали. Ну как все? Все, что можно построить на данный момент, я построил. Теперь надо только... Дело остается за новыми какими-то исследованиями, чтобы они нам что-то новое открыли. Иначе мы просто на одном месте. Давайте я это закопаю. Я вот эти булыжники просто терпеть ненавижу. Это самое противное, что есть в этой игре. Это булыжники. Потому что через них можно перевернуться и потерять машинку просто. И хоть она переворачивается обратно на эту на таб, если вы нажмете, но знаете, я сколько раз переворачивался на этой машинке через эти булыжники, что мне просто вот уже не хочется больше переворачиваться. Поэтому я это все дело закрываю. Отлично. Здесь у нас ровненько. И поедем куда-нибудь туда. И искать приключения. Поэтому оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. И до новых встреч, до новых серий, ребят. Увидимся в космосе. Пока-пока.